Мир в суперпесочнице. Небесные убийцы водного типа. Быстро бежим. Проклятие взял и появился внезапно. Может, он пришел с тем, что был ранее, и скрылся во время боя? Фух. Ною, я не могу больше бежать. Черт, он быстро нас нагонит. Черт, мы действительно бежали всю дорогу сюда. Кажется, есть только один способ. Дверь не открывается, она не откроется без пароля. Нет времени, Сиси, я заброшу тебя наверх. Я не хочу оставлять тебя одного. Ною. Послушай, Сиси, забудь про это. Ты и Хаки важнейшие люди для меня. Вот почему я не позволю никому из вас сделать больно. Вы должны жить счастливо. Ною. Я школота, которая стремится стать героем, чтобы защитить мир. В моей голове каждый день я имитировал процесс убийства монстров, таких как ты. Будь готов помереть. Какие учителя, студенты? Мне нужен только ты, Ною. Никто не может забрать тебя у меня. Для меня они не имеют значения. Алло, это полиция, слушаю. Что, небесный убийца водного типа? Хорошо, не волнуйтесь, мы выезжаем. Черт, я не в состоянии стать героем. Не могу убить даже такого низкоуровневого монстра, как ты. Все монстры, отправляйтесь в ад. То есть игрок клинка.
для меня это же маленькое лезвие силы. Так восстанавливаются игроки лезвия. Я правда могу это взять? Успокойся. Ничего себе! Ура! Мотиси. Как такое возможно? Только верхняя часть двигается. К сожалению. Черт, я была неосторожна. Думала, я буду просто так стоять. Сдохни, чудовище. Хорошо ударю. Да, я замочил его. Да. Мотиси, ты в порядке? Тебе плохо? Больно? Съешь препарат. Остановишься быстрее. Офигенная магия. Эффект поразителей. Корпорация Фингсинг делает невероятные вещи. Ну что более удивительно, мой одноклассник — игрок лезвия. Расскажу тут Джесси и Хаку, не поверит. Ой-ой, это опасно. Лучше забыть тебе все, что сегодня было, если мы не допустим третьим лицам узнать. Я убью тебя. Ты о чем? Я ничего не знаю. Кстати, о нашем разговоре. Тогда на краю бассейна. Ты первая девочка, которая призналась мне. И это в первый день знакомства. Тебе лучше умереть раз и навсегда. Мама, мама, я хочу тортик. Сегодня день рождения нашего маленького, ну, Марию. Выберешь торт ко дню рождения себе сам. Папа очень занят на работе, мы будем ждать и верить, что он придет. Папа придет, и мы вместе поужинаем. Мама. Этот сон.
Хорошо, как люблю тебя. Ха-ха, не щекочи там. Сиси в моей постели в такой одежде. Что произошло? После смерти монстра ничего не помню. Что произошло после того, как он рухнул? Ну, Алю, где ты был? Я здесь. Я думала, ты погиб. Ранен. Не снимай бинт. Голова еще болит. Да, кроме того, Сиси, почему ты спал в моей постели? Что у тебя за одежда? На самом деле, нас только двое. Нас двое? Шучу. Я перевязывала тебе рану, запачкала одежду, и пришлось переодеть, а потом я случайно уснула. Голодные. Я что-нибудь приготовлю, подожди немного. Сиси, когда ты мне нашла, кто-нибудь еще там был? Никого не было. Когда я пришла, ты просто лежал раненый. На самом деле, ничего не помню. Ну, Аю, о чем ты думаешь, а? Нет, ни о чем. Попробуй мою готовку. Ассорти ризотто из морепродуктов. Хорошо, попробуем. Приятного аппетита. Вкусно? Она чертовски вкусно готовит. Я подала Жене, чтобы поесть еще раз. Я завидую твоему будущему мужу. Он будет есть такое каждый день. Тогда давай поженимся, и я буду готовить тебе сколько захочешь. Прости. Вытри платочка, пока не впиталась. Ой. Ничего, я как раз собиралась принять ванну. Ванну? Сиси, уже поздно. Разве твои родители не будут волноваться? Ну, Айо, ты ненавидишь меня? Что? Нет. Ладно, раз ты гонишь меня домой... Пойду помогу маме высушить твою одежду. Эта миссия полностью поражает воображение. По его словам, количество монстров слишком мало. В дополнение столкновение с боссом 20, на 20-м левеле. Странно, все этот мировой супертур. И игра в дополнение. Команде Лезвия и спасатель надо убить босса, захватить два лагеря, пункт продажи. Важным фактором является повышенная степень свободы. Винсент, наконец-то появился. Твоя одежда и оборудование, как у нее. Может быть, вы ребята? Да. Я достиг 10-го левела и поменял оборудование. Как вы это делаете? Я только на 5-м левеле, потому что ты ленивый. Ты посмотри на нее. А? Уровень 1, орудие меч, статус студент, должность заместитель, популярность 1, атака 20, защита 10. Моти Си только первого уровня. Вот именно. Моти Си, ты выполняешь задание,
Я прошла вступительные экзамены, а также еще другая миссия. Да. Но со следующей задачей возникли проблемы. Умри раз навсегда. Выстрел. Сдавайтесь, дружки. Положите оружие перед собой. Я крут. Мотиси. Черт, я направила пистолет на Мотиси. Мне конец. Ну а ее. Ну а ее, ты в порядке? Я видела это. Ты хотела убить его. Это ты ранила Ною. Ты умрешь первой. Девочка, день выдался трудным. Монстр убит. Не злись, Мотиси. Игорки лезвия лишь помогают. Мы не убиваем граждан. Дайте посмотреть раны вашего друга. Отстань. Я позабочусь о нем. Стойте, давайте я отвезу вас домой на полицейской машине. Игроки лезвия или кто-то еще? Я не позволю вам причинить вред Ною. У вас с головой все в порядке? Идиот. Тупые возлюбленные. Не думал, что встречу тебя здесь, Мотиси. Миссия по его убийству лучшая из слабейших. Мотиси, что делать? С трупом? Да. Да, нужно убрать труп Дантиана. Я таким не занимаюсь. А что? Но ведь можно сделать оружие, шмот или поменять на баллы. Неинтересно. Вот, блин, только игроки лезвия могут переработать тело. Я тоже хочу перерабатывать тела в материал. Переработка? Что? Ты решил подшутить надо мной? Нет, стой. Стой, только не говорите. Ты говорил, что лишь те, кто убил монстра, могут его перерабатывать. Да. Может быть, из-за него? Миссия не окончена. Сикелио не умер. Тогда кто это? Миссия не выполнена, потому что убила его не я, а тот парень. Кто? Ною всего лишь НПС, он не игрок. Что ты будешь делать? Не знаю. Это похоже на баг. Как НПС смог убить монстра? Кратко говоря, НПС по имени Ною убил Сикелё, и миссия не завершилась. Трудно сказать. Нужно сообщить об этом, чтобы они исправили этот баг. Скорее всего, убить Сикелё должна была именно она, а не НПС. Теперь ты понимаешь. А, ну да. Хорошо, поговорим об этом позже. Лио Джингуан, оставь это мне. А? Не дашь мне поиграть с ним?